Вот у нас Краснокутская районная инфекционная больница. Один единственный кран, где более-менее течет вода. Вот условно две кроватки. Розетки, видите, на каком уровне? Как вот заряжать? Сейчас 21 век, телефоны — это просто необходимость уже жизненная. Вот условия. Здесь розетка. Но самое основное, что убивает, это просто вот как может быть такое. Есть ванна, но ванна не рабочая. Канализация, видите, не работает. Есть тазик, и предлагает ребенка, который у меня два сейчас ребенка маленьких на руках, они поносят, и мыть в тазике. Вон канализация у них, получается, не рабочая ванна. Вот ребенку 2 года 7 месяцев, сейчас ребенок у меня, получается, на процедуре, должен прокапаться, орет сейчас, кричит. Стоит раковина, но нету, получается, крана. Слава Богу, есть туалет хотя бы рабочий. Как вот здесь быть, я вот не представляю. Сейчас еще мы поступили в 17.15. Нам еще и ужин, получается, не полагается якобы. Мы, получается, до 9 утра должны сейчас двухлетним, 2 года и 7 месяцев. И я взрослый человек, отец двух детей. А дочке мне второй 2 года, год и 2 месяца. Сейчас она на процедурах. Не могут в вену найти, попасть. Привели другого сотрудника. А ребенок орет. Я сейчас не выдержал, просто смотрел, что там происходит. Ужин нам, получается, не положен. Я просто в шоке этих условий, вот этого отношения. И еще грубость и хамство Волковой, врача Волкова, вообще пожилая женщина. Я пришел недавно с СВО, и я еле выдержал человека просто в общении. Человек просто, ему говоришь одно, она говорит, что я вам не говорил, а что повторять приходится несколько раз. Ребенок на стрессе, мы все на стрессе, я просто вот в шоке от этих условий. Как вот можно быть в этот город Краснокут, Саратовская область, Краснокутская районная больница. Сегодня у нас получается 29 июля 2023 года. Запись была произведена. Вот такие вот у нас Краснокутская центральная районная больница. Как лечиться, как быть? Я вот не понимаю, как так может быть вообще такое попустительство, такое просто вот отвратное это состояние, когда ты с двумя детьми, у тебя они поносят, рыгают, и нету самого необходимого, просто воды элементарно, чтобы подмыть ребенка. Родители не поймут, о чем я говорю. Вот она, единственная система, получается, обеззараживания, люминесцентная лампа, да, но ее надо еще постараться как бы включить, видите. Розетка, вот вилка, вот ее надо еще пошатать, вот, как-то умудриться ее включить, понимаете, как санитары мне объясняли. Тут, знаете, своя система еще. Вот такие у нас условия. Центральная районная больница Краснокутского района Саратовской области. Вот получается, это наше окно, вот такой вид у нас, но... Окно, смотрите сами, как должен пациент на все смотреть. Вот хочется ему проветрить, к примеру, да? Но дверца, видите, не работает по-нормально. Невозможно открыть, потому что механизм, видимо, уже поломан. Потому что только, получается, на вентиляцию можно более-менее как-то открыть. И то вентиляция, видите, упора нету. Там не держится по-нормальному, как должно быть. Получается, через нескольких движений, после этого только вот, начинает работать, еще заедает. Вот такая у нас дверь центральной районной Краснокутской больницы. Вообще какой-то неадекват, что находится. Инфекционный. Что-то там бурчит.